Техника паперкрафт – это прикладное искусство, подразумевает создание объемной, многогранной фигуры из бумаги. Мастер-класс по этому виду творчества регулярно проводят в Центральной библиотеке, в клубе под названием «Академия творчества». Такие занятия особенно полезны детям. Развитие, общение, дети общаются, моторику развивают. Искусство развивает в своей голове, смотрит что-то. Мы же просто еще не просто делаем, а еще что-то обсуждаем. Благодаря такой технике, как паперкрафт, можно сделать подарок или красивые элементы декора для украшения помещения. На этом мастер-классе ребята изготовили вазу из разноцветной бумаги. Преподаватель, ведущий библиотекарь Анастасия Терно, учит создавать объемные фигуры. Преподаватель относится нормально, нежно относится, помогает. Кроме этого, в Центральной библиотеке проводят много занятий по интересам. Мне здесь нравится делать пряники, разукрашивать их, шоколад, картон, из бумаги разные поделки делают. Еще здесь играют в игры разные. Попробовать создать фигуру в технике паперкрафт может любой желающий от 7 лет. Занятия проводят по четвергам в 15:00. Записаться можно по телефону Центральной библиотеки. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.